Разные характеры бывают сильны по-разному. Иногда их сила состоит в том, чтобы, страшась последствий собственного решения, все-таки не переменить его. А тот, кто гнет только потому, что у него власть, а не правота, тот и сам легко гнется. Как только на него с верхней ступеньки надавят, в таком человеке не сила, а тяжесть. Сколько на него сверху положат, столько он и передаст вниз по нисходящей.